Привет, мои дорогие зрители, с вами Австралия. Я приехала сейчас в наш район, магазин, так что сзади меня находится Chemist Warehouse. Здесь на улице продают парфюм, вернее, не на улице. Витрина выходит прямо на улицу. Ну, сейчас пройдем, прошвырнемся с вами немножко, что почем. Что почем? Ну вот видите, как здесь неудобно вот это вот все закрывает. Посмотреть, почем духи продают. Дольче & Габбана. $109. Дольче 89. Мон Бланк 75. Ну-ка, что-то еще. Банана Репаблик. Это что такое? Вот я, кстати, понятия не имею, никогда не нюхала, ни разу в глаза не видела, не попадались, вернее, на глаза. Нарцисса Родригус. Ну, они довольно недешевые. И я вам хочу сказать, что здесь очень много духов продают, которые дешевле, чем в Duty Free. Estee Lauder 93, Sensus. Что тут еще? Lancôme. Трезор $150, 100 миллилитров. Версачи $100, 90 миллилитров. Он там бутылочку видно, но я не знаю, не дадут в магазине снимать или нет. Ну, вот года два назад я в этом магазине вам делала обзор. Китайский магазинчик. Я здесь покупаю корейскую лапшичку. И тут музыка играет. Придется тот, который я покупаю. Это вот такой, но он только в маленьких стаканчиках. За неимением в маленьких придется покупать в больших. Ну, что, взяла 4 стаканчика. Но здесь тоже супов всяких разных с головы до пят. Специи, цена разная. $2, $2. Горошки, кумин $3 пакет. Цена разная в зависимости от фирмы, которая выпускает. Видите, здесь 700 грамм $16. А здесь 600 грамм 6,79. Но я у них покупала пельмени, они более-менее нормальные. Есть можно. Креветки 700 грамм. Продукт сделанный во Вьетнаме 14,71. А другие 700 грамм $21. А вот эти очень крупные 22,89. И готовые уже красненькие 700 грамм $13. Я вот эти взяла за 14. По-моему, я у них же и покупала, и были очень вкусные. Знаете, как в китайском магазине тяжело разбираться. Тут чего только нет, что и в глаза не видел. Что такое? Куртскин. А это грибы. Грибы $17, 375 грамм. Ну, здесь огромный пакет.
Вот видите, моя рука. Шитаки, мини-шитаки, $5. А эти интересные какие грибочки. Фангус 60 грамм 2,69. Ух ты, а это что такое? Бамбу фангус. Может быть, на грибы, которые на бамбуке живут. Растут, живут. Что я говорю? В китайском магазине я всегда покупаю, они выпускают вот эту лапшичку от домашнего приготовления. Полкилограмма $3. А я еще вот что возьму. Сейчас смотрю на кимчи, и у меня просто побежали слюнки. Вот эту вот маленькую баночку возьму на пробу. Если вкусную, тогда можно большую купить. Попробовала кимчи. Очень вкусный, мягонький. Одним словом, вкуснятина. Я вам давно показывала, да, по-моему, не один раз, а два раза, как я готовлю креветки. Получаются обалденные, обалденные. Я их размораживаю под холодной водой. И когда вы их готовите, когда они разморозятся, ни в коем случае их не переварите. Потому что иначе они будут несъедобные. Оловянные, деревянные. Здесь ливанцы готовят вкусную курицу. Курица-гриль. Здесь продают домашний хлеб. Это греки пекут. Олив. Хлеб с оливками 8,50. А этот 6,20. Давайте посмотрим, какие цены на овощи. Сейчас зима, последний месяц зимы в Австралии. Ага, ага. Давайте-ка... Так, я, ребят, наверное, вот это видео сделаю отдельное. Или сейчас сделать. Наверное, отдельное, пускай коротенькое будет. Хочу вам показать еще сколько стоит квартиру снять в Австралии. А мы сейчас с вами посмотрим, почем. Капуста. 3 вилочка, но они маленькие. За $5. Ого. Офигеть. Офигеть. Знаете, сколько? Перец $16 килограмм. А, зеленый $9. Баклажаны $4 килограмм. Свекла $3 кг. Мандарины 4. Зеленые яблочки $1.50. Малюсенькие апельсинчики, маленькие они $1.50. Pink Lady яблоки $3. Дыни. 2 дыни за $7. Помидоры незрелые 4 бакса. Мясо. Мясло. Сейчас сумку поставлю. Ну вот как-то... как это снимать его? Все отсвечивает. Мясо с косточкой, говядина $11.
кости говяжьи 6. Кости бараньи 2 доллара. Баранина 22, мякоть. Вот это баранина 18. Раунд стейк 20. Это шашлыки куриные, одна штучка, 2 доллара. А это свины, ой, нет, всех перебрала, говяжьи ребра, 15 долларов кг. Ну и, конечно, самое вкусненькое, что вкусненькое, то дорогое, 41 доллар баранина на ребрышке. Свиные косточки 6 долларов. Свинина для запекания 10 долларов килограмм. Это 11. Это животики свиные 20 долларов. Это, по-моему, ребра живота, как перевести, pork belly, ribs, 20. Бараньи ребра 11. Сосиски. Мы к таким сосискам не привыкли, знаете, их есть невозможно. И свиные косточки 3 бакса. Ну что, немножко прогулялись мы с вами. Это я сейчас нахожусь в Когаре. Дорогие мои зрители, а с вами была Элла Австралия. И мы увидимся очень-очень скоро. Пока, мои дорогие, пока.